всех приветствуем. Что ж, знаете, езжу я вот так порой нашей нынкой Украиной. И просто, не знаю, меня всегда эта картинка радует. Очень красиво у нас. У нас замечательный климат, отличная природа. Зеленая луга, все, все вообще, что нужно для нормальной, счастливой жизни. Я не понимаю только одного, как мы вот до всего этого дожились, знаете. Для меня это самый такой главный вопрос, как все так получилось. И никто за 30 лет, знаете, ничего не сделал, чтобы это не произошло. Вот и все.